Не имеющий аналогов в России. Место, где детям и родителям дают не только надежду, но и результат. Все это Красногорский образовательный центр «Созвездие», который в декабре прошлого года отметил свое 15-летие. Торжества из-за пандемии провели только сейчас. Поздравить юбиляров приехали высокие гости. Это совершенно уникальное, удивительное место. Про это говорят все. Про это говорят родители, про это говорят гости, которые сюда приезжают, даже уникальные гости. Там уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Кузнецова у вас была, доктор Рошаль был. Все говорят про одно и то же, что это удивительное место, где совершается иногда маленькое чудо. Низкий вам поклон, спасибо вам за ваш труд. Таких результатов, которые делаете вы, которые даете вы, их нет нигде. Не у нас, в Подмосковье, в других центрах. Ну, к сожалению, я думаю, что есть возможность подтянуться на вашей учебной базе. Не, естественно, в других субъектах. Где-то близко, где-то рядом. Но таких, такого качества, Сергей Николаевич, нет нигде. И так держать. И мы обещаем, вне зависимости от того, где бы мы на каких должностях ни находились, мы с вами, потому что наша частица здесь, душа наша здесь. Мы всегда будем с вами, мы всегда будем помогать. Свой дом центр «Созвездие» обрел в сентябре 2019 года, когда здание наконец-то сдали в эксплуатацию. До этого коллектив больше 10 лет ютился по временным адресам. Финансировалось строительство из муниципального бюджета. Сейчас в одном месте есть все условия для оказания инклюзивной помощи детям и подросткам. Чем занимается наш центр? В России сегодня этим не занимается никто, потому что мы сегодня являемся многофункциональным учреждением, в котором мы можем оказывать специализированную психологическую, логопедическую, дефектологическую, социально-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с орфанными заболеваниями, с тяжелым множественными нарушениями развития. В «Созвездии» трудятся высококлассные специалисты, педагоги, медики и психологи с учеными степенями и званиями. Они помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку в оснащении и развитии центра оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Я горжусь тем, что нам удалось за счет, в первую очередь, средств бюджета городского округа, конечно, не без помощи нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, сделать то, чем может гордиться вообще на самом деле наша Московская область. И уникальность самого проекта строительства нашего многофункционального здания заключается в том, что полностью он профинансирован за счет средств бюджета городского округа Красногорск. И при финансовой поддержке губернатора он оснащен самым современным оборудованием. Официальные моменты сменялись концертными выступлениями. Дети и педагоги подготовили вокальные номера и даже дефиле, причем платья и прически воспитанницы центра сделали своими руками. Кудри, локоны – это самое нежное, что может создать стилист для наших женщин. Образовательный центр «Созвездие» функционирует с 2005 года. В нем применяются адаптированные общеобразовательные программы для воспитанников с нарушениями слуха и зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, аутическими расстройствами, нарушениями интеллекта разной степени тяжести. Сегодня в школьном отделении центра проходит обучение 550 человек. В амбулаторном режиме учатся более 4,5 тысяч детей.